Ом ківієї пром, найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. У зв'язку з загостренням ситуації на лінії розмежування з розвідджерел України почала надходити інформація щодо підготовки окупаційними військами та їхніми російськими кураторами серії провокацій. Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування Схід. Так, за інформацією розвідки, з метою здійснення провокацій, до Донецька прибули банд формування вагнерівців, які спільно з кремлівськими спецслужбами мають провести серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою цих провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації, відзначається повідомлення. У повідомленні також підкреслюється. Наголошуємо, що військовослужбовці військових частин, які входять до складу відповідальності оперативно-тактичного групування Схід, не планували та не планують жодних наступальних дій або інших дій на тимчасово окупованій території. Діяльність військовослужбовців групування має виключно оборонний характер, а використання зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров'ю наших воїнів та мирних жителів. Что касается инсценировки взрывов на территории России в Ростовской области, хочется сказать: это уже было, это все уже было в 2014 году. Они точно так же поступали и обосновывали это тем, что вот Украина напала, и эта история прокачивалась для чего? Для того, чтобы в случае чего иметь обоснование а, вести а, войска. Но ну, еще раз. Они пытаются создать вот эту вот а, иллюзию а, гуманитарной катастрофы. Для чего? Чтобы в случае чего говорить. Ой, не водите против нас станции, Смотрите, у нас тут дети зимой под открытым небом. А почему они под открытым небом? Ну, это же фирменный стиль Владимира Путина. Но, да, стоять за спиной женщина детей. И да, они используют людей в качестве заложников. Такой вот себе гигантский террорист. Почему? Я думаю, что речь идет все-таки о попытке заставить Украину выполнять Минска в рамках вот этого российского восприятия, ну и по сути лишить нас независимости. Ну, поэтому, потому что вот действуют они как раз через Донецк. То есть гоняют танки вдоль границ, но атакуют через уже там, захваченные территории. То есть это у них такое обоснование. Какие у них варианты там? В случае чего попробовать нанести в Украине поражение военное. И подписать Минстри? Ну, ребят. Тут вот вообще очень внимательно нужно слушать гражданам России которых сюда в случае чего отправят вас тут жалеть не будут это не 2014 год, когда мы там жили в этом в иллюзиях братства и всего остального создаются предпосылки для так называемого вызнания, признания республиканских администраций тут дело в чем что вот если Россия официально заходит в Донецкий Луганск ну, то есть они просто погоны одевают и говорят, ну да, мы никогда не скрывали, что мы российская армия, то что произойдет? Они будут давить на следующий момент, что вот эти оккупационные администрации, они должны распространяться на всю область, Луганскую, соответственно, и Донецкую. И это не значит, что тут настанет мир, хотя, в принципе, если россиянам объяснить, что в случае чего они будут уничтожены, то это вполне возможно. То есть им захвата территории, а, или официально вывешивание своего флага, там, хотя он и там так на, находится, им этого мало. Они же это все делают для чего? Для политических уступок. Поэтому. А... Боевые действия тут абсолютно не исключены. Ну и а, тут есть такая информация, что а, эти негодяи собираются реанимировать проект Криворожска, донецкая криворожская республика. Почему? Потому что там а, руда. Уголь и руда. Это все работает а, в м, комплексе. Но опять же это все исключительно в рамках большой войны с Украиной. Так. Что касается России, понятно, ставки поднимаются, но еще раз, ничего нового, такого сверхъестественного не произошло. Тут, наверное, надо подчеркнуть, что я эти слова проговариваю 19 февраля в 1746 по Киеву. Вполне возможно, что принято решение еще поднять эскалацию, тут гарантий никто никаких не дает. Так, а если что-то еще вспомню по поводу деда в бункере, деда войны, я думаю, что Владимиру Владимировичу это, это определение на сегодняшний день подходит больше всего. Что касается Зеленского в Мюнхене. Во-первых, я полностью его поддерживаю, что он поехал на конференцию по безопасности вместе с министром иностранных дел. Это прекрасная возможность на весь мир заявить о позиции Украины. Она четкая. Все видят, что на нас, нас атакуют. Никто еще раз в эти российские фейки уже не верит. И это очень важно. Важно. А, Зеленский выступил с требованием и предложением дать европейскую и евроатлантическую перспективу Украине, потому что вот эти вот, как там он сказал, а, открытые двери, в которые входить нельзя, но ну, это как-то странно сказать а, что-то о сроках. И так далее, и так далее. Вообще, Зеленский видно, что он а, полон адреналина. И, наверное, это одно из его самых лучших выступлений, где не было каких-то, знаете, ну, недосказанностей, недопониманий. Тут вы, думаю, со мной согласитесь, что наш президент не самый лучший в мире оратор. Хотя, хотя. Всему можно научиться. Так вот, Зеленский потребовал а, Ленд-Лиза и поддержки. Из того, что мне не понравилось, он говорит, что а, да, давайте деньги и оружие, это правильно. Но когда он говорит, и не требуйте от нас реформ, это неправильно. Я с этим не согласен. Потому что а, военная опасность эта со стороны России, она будет всегда, но а, откладывать внутренние изменения нельзя. Потому что а, без этого не будет экономики. В общем... А, да, он говорил о европейской перспективе, о вступлении Украины в НАТО, говорил о том, что мы не собираемся быть буфером между Россией и Западом. Но из его вот слов, что очень важно, он нашим западным партнерам очень четко заявил, если вы думаете, что вы занимаетесь благотворительностью, когда там, отправляете нам 5000 касок, и выписываете какие-то чеки по баблу, то это не благотворительность, это ваш вклад в безопасность вы платите деньгами а мы платим жизнями вот эта мысль мне кажется она очень четко должна прорасти в головах европейских политиков ну и отчасти это уже произошло потому что уровень поддержки украины он а, намного намного вырос знаете что там меня вот очень удивило владимир зеленский вспомнил там Будаперский меморандум и сказал, что мы будем инициировать снова на встречу стран-гарантов. А я, мы уже это делали, по-моему, раза четыре за последние два года. Россияне, как всегда, не пришли. Ну, дед в войны в бункере, поэтому тут не до этого. Но что интересно, он говорил о том, что у нас нет ни оружия вот этого и нет безопасности. А оккупировали россияне территорию равную Швейцарии, так на секундочку. Так вот про Будапештский меморандум он сказал, что если не будет встречи стран грантов то будем считать Будапештский меморандум и условия, которые в нем прописаны, аннулированными и недействительными. То есть так это сказано было, между прочим, но я это услышал как намек на то, что где наша ядерная бомба. Да? Я не уверен, что у нас есть возможность восстановить ядерный статус сейчас. Но хоть мысли правильный. И тут, я думаю, если уже и говорить о военной безопасности, то надо расширять свой ракетный щит. Потому что вот сегодня Путину что показывали? Ракеты, которые летят на много-много тысяч километров. Нам на много тысяч не надо. Две с половиной достаточно.